социальных сетях и на сайтах были размещены видео, на которых запечатлен пожар в Каспийском море. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана незамедлительно начало соответствующие расследования. Как сообщили ДАЭС в пресс-службе министерства, в ходе предварительного расследования было установлено, что на объектах по добыче нефти и газа, других промышленных и транспортных инфраструктур в море не произошло каких-либо чрезвычайных происшествий. Сегодня ранним утром начались разведывательные полеты в Каспийском море с привлечением вертолета авиационного отряда министерства. В ходе полета был выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей.